Інчина і першою у ній виступатиме харків'янка Єлизавета Бабенко. Шостий результат у Єлизавети після короткої програми. Сильнейшая разминка. Я надеюсь, что мы увидим более качественные элементы уже в этой разминке. Разыгрывается действительно золото, серебро и бронза чемпионата Украины. Сальхов с ошибкой, но удался. Это первый удавшийся Сальхов сегодня. На сегодняшний день. Вимагає чудова музика Герштвіна, така рапсодія «In Blue», і відповідно і якраз і костюм у неї такого кольору, і зараз як підганяє трішечки. Що... Улыбка на лице должна бути завжди. Это не должно быть отображение неудавшихся элементов на лице. Программа есть программа. Ну, во всяком случае, видно уже, что как бы первая разминка, она соответствует. То есть более уверенные прыжки у спортсменки, более уверенное катание. Шістнадцятирічна Єлизавета Бабенко, харків'янка, кандидат у майстри спорту,
Назвали шостий результат у короткій програмі, потрапила до кращої, до найсильнішої розминки. Ну, я думаю, что она в ней оставит. Конечно, насчет пьедестала здесь мы не будем говорить. Но то, что она в сильнейшей шестерке останется, я сподіваюсь, я уже не утверждаю, а сподіваюсь. Все спортсмены выходят с мыслью... Кінка Нілса Витибабенко. 127,84. Перше місце на даний момент. Да, на здесь я не ошибся. Киев.